Недавно в сети появилась очень интересная новость. Роман Хмель, бывший руководитель украинского офиса компании Global Logic, совместно со своими партнерами по сотрудничеству ведет переговоры со сотрудниками компании GC Game World и в частности с Сергеем Григоровичем о покупке прав на игру Stalker 2. В конце 2011 года произошло закрытие команды GC Game World. Это официально подтвердил Сергей Григорович. Напомним, что Stalker 2 должен был быть прямым продолжением Тень Чернобыля. Через некоторое время Сергей Галенкин, сотрудник компании Нивал, сказал, что это все связано с проблемами и изданием игры на консоли. Уже в начале 2014 года пиар-директор компании GSC Олег Яворский рассказал, что команда разработчиков Stalker 2 ищет инвесторов для продолжения разработки над игрой. Такая громкая сделка вполне соответствует планам Романа Хмеля, который он озвучил на своем сайте в конце января этого года. Вот что он сказал. «Собираюсь заработать свой первый миллион, инвестируя в то, что знаю. Чем конкретно заняться, я еще размышляю. Критерий у меня простой – быть инвестором самому и работать непосредственно с собеседниками и другими инвесторами». Ну что я могу сказать? Это хорошая новость. Если права на игру выкупят, то Stalker 2 вполне может выйти в ближайшем будущем. Но еще до этого ходили слухи, что вторая часть Сталкера выйдет в 2015 году. Возможно слух, возможно правда. Но в любом случае мы до сих пор ждем Stalker 2 и будем ждать до тех пор, пока он не выйдет.